Какой домик сына построил. А какие красивые они у него. У нас тут еще тесто замешивается. Сейчас помочь нужно будет ему. Мы делаем хлебушек, скажи, да? Хлебушек. И вот тут вот у нас. Это старый хлеб, мы его на сухари. И потом я хочу сделать панировочные сухарики. Вот, я еще пока коплю. Здесь у нас такие печеньки необычные. Может быть, потом когда-нибудь я рецепт запишу на них. Вон, вот тут каша, тут всякая перебельда у нас. Фрукты, да, теперь у нас лежат вот здесь. Вот, потому что они грязные, мыть я их не хочу заранее. И они пока у нас тут, тут тоже. А, блин, ряженку забыла добавить. А еще кексы замесила и забыла ряженку туда добавить. Хотя, ну ладно, теперь что. Ладно, у меня сегодня хлеб из разных мук. Да нет же, не этот. Вот этот хлеб. И он, кстати, очень пахнет ароматно. Когда он из разных двух мук. Муки, мука, мука. Вот. Он такой вообще ароматный, еще горячий. Но я его скоро уже буду доставать. Сейчас он чуть-чуть еще постоит, и я его достану. Я думаю, сегодня он очень вкусный, бесподобный. А вы хотите такой же хлеб? Тогда на моем канале есть рецепт именно этого хлеба. Такого вкусного и бесподобного. Ссылочка на него будет в конечной заставке этого ролика. Ням-ням. Вот садимся кушать. Этот стол какой-то гигантский, когда тянешься через весь стол вот к своему ребенку. Какой-то огромный, длинный. Когда садишься кушать, места нету. Ну что это такое? Чуть-чуть тут места. И салат поставить тут вообще и места нету. Все. Вот непонятный какой стол. Какие-то, честно, вот, знаете, странные... Вещи происходят у нас в квартире. То стол становится так, а большой стол вдруг становится маленьким. То вдруг мыло трескается. С чего бы вот ему взять и треснуть? И тут вот тоже. Никогда не трескалось, а тут взяло и треснуло. Спиртом, вернее водкой, протирая ручки. Расскажите, как вы протираете ручки. У нас просто потому, что рабочая работа у нас, вот ремонт был. И я еще до сих пор никак не протерла. Я помыла только двери. Вот. А из-за того, что я очень хорошо затарилась, много таскала сумму, короче, у меня на целую неделю болела спина. Ну, не сильно, но она болела, как бы это не очень приятно. Вот, и поэтому я делала какую-то работу, но делала как бы ее по чуть-чуть, понемножку. Спина заболела, хоп, я останавливалась. То есть вот так вот. И поэтому я вот в какой-то момент помыла только двери. Такой интересный компост, смотрите, такой красивый, разнообразный. Здесь и мандаринки, яблоки сушеные, боярышник сушеный, травку, короче, чай, облепиха, абрикос, вишня, короче, все вместе. В прошлый раз я тоже делала с мандаринами, очень нам понравился, он очень вкусный. Вот. И в этот раз я тоже решила сделать. Ну, они у нас пропадают, там такие остались мандарины, там очень много косточек, они мелкие, чистятся плохо, и я думаю, ну их нафиг, пускай я лучше их это отправлю на компот. Устала я их уже постоянно чистить, ребенку чистишь, очищаешь эти косточки, даешь, в итоге оказывается еще косточка, он там чуть ли не давится ею, поэтому я подумала, пускай. Вот, и здесь у нас еще фрукты лежат. Думала, сейчас закончится, и эту корзинку уберу отсюда, мешает она мне здесь очень. Нет, опять купили, и опять она здесь лежит. Вот. Раньше она лежала вот там,
Но они все грязные, фрукты, я их не мою, и ребенок их трогает. Здесь у меня сухарики лежат, досыхают. Здесь кофейная гуща, я решила собирать кофейную гущу, побольше набрать. И хочу сделать скраб. То есть я до этого набирала, но я посмотрела, у меня там совсем чуть-чуть. А я хочу, чтобы его было побольше, чтобы он прям такой был сильный, такой хороший. Потому что я посмотрела, скрабы стоят очень-очень дорого. Там только для лица скраб стоит 200 рублей с лишним. Поэтому я подумала, блин, а что переплачивать, когда можно купить какой-нибудь там гель для душа или что-то там такое, крем, скорее всего, крем, да, для душа. Добавить туда скраб, наверное, ну, не скраб, в смысле, а вот эту вот кофейную гущу там или вот что-то вот. И будет как раз то же самое. А, ну вот они у нас, кстати, здесь. Это я у соседей еще летом собирала, запасалась. Запасы на зиму. Здесь у нас яблоки, я помню, яблок. Много яблок, килограмм 10, наверное, я засушила. В итоге залезла сейчас, еще не ели, кстати, залезла на балкон за ними. А там совсем чуть-чуть. Вот этот мешочек. И еще там где-то 5 таких же, вот. Совсем капелька. Ну, здесь у нас эти печенье, кстати, печеньки такие покупала в этом, в перекрестке. А мне попалось что-то у них сбоку, какая-то гадость лежала. Как будто соль вместе с содой. И прям вообще аж есть не смогла, выплюнула. Через какое-то время опять начала есть. Тут мне опять сбоку какая-то гадость попадается. Не знаю, короче, что это такое там. Короче, вообще не тянет. Зря я купила так много. Больше не буду брать их. Вот здесь мешочек. Вот так у нас тут лежит. Кубики тут лежат, Дима подставляет эту, господи, все забывать стало. Стул подставляет, ставит, здесь играет в кубики, смотрит в окошко, выглядывает. У нас уже весь снег растаял, уже хорошо так стало. Хотя, наверное, пока этот ролик выйдет, уже наступит лето, скорее всего, потому что они у меня выходят там с большим-большим длительным опозданием. Вот. Сейчас у нас, по-моему, 20 марта сегодня. 20 или 21 марта. По-моему, даже 21, может быть. А выйдет, наверное, как раз в апреле. В 20-х числах. Вот у меня компот готов. Чуть-чуть он закипел. Минут, наверное, 5 покипел. Я его выключила. Дальше он будет сам настаиваться. Какой стоит аромат, вы не представляете. Так ароматно пахнет. Мне даже в каком-то аромате напоминает баню, что ли. Я не знаю, дача, баня, вот знаете, лето, сад. Там, да, яблочки у нас, мандарины, абрикосы, облепиха, вишня. И чай как раз зеленый. Наш дачный, листочки. Посмотрите, какой он там красивый. А потом все это утонет, и это будет готов уже чай. В прошлый раз у меня такой же был чай, только без абрикосов, а были за место абрикосов у нас виноград. Но он был обалденный вкус. По-моему, в предыдущем ролике он есть. Он бесподобный по вкусу. Он был как будто это гринтвейн. Вот вина там осталось красного добавить. И вообще прям просто восхитительный запах. Вот в этот раз с абрикосами посмотрим, что получится. Так, получится такой же или нет, мне прям любопытно.